В Ленинкенте началась подача чистой питьевой воды. Специалисты пустили ее по новому трубопроводу, соединяющему Мятлинский водовод с поселком. Чтобы проложить более 1 километра труб, подсоединить современное бактерицидное оборудование понадобилось 25 дней. Зато теперь жители почти 40-тысячного поселка не будут знать проблем с питьевой водой. Кстати, по словам представителя администрации города, такого рода бактерицидное оборудование для очистки воды не используется пока еще нигде в Дагестане, кроме как на очистных сооружениях Ленинкента. Вода сегодня в поселке Ленинкент очищена полностью, соответствующая всем нормам СанПина. Можно сказать, что это единственная, наверное, Махачкале точно, республики, наверное, с такими очистными сооружениями, которые установили бактерицидными. Поэтому тысячи, почти километр, 426 трубы было проложено туда, и где-то 500 и диаметр около 200 метров на развязку.